Очень странно, когда люди почему-то отдельных людей, которые управляют, которые занимаются бизнесом, артистов, воспринимают как других людей. Для меня это решение семьи. Я считаю, что если брак себя изжил, искусственно удерживать показушно для соседей, это крайне странно. Человеку жизнь дается один раз, и он должен прожить ее по-настоящему. Если вы любите, вы должны быть вместе. Если любовь угасла, и вы потеряли интерес друг к другу, я считаю, что надо расходиться, надо искать свою другую любовь. Это абсолютно нормально. И я не вижу ничего странного в том, что это произошло. На мой взгляд, этот поступок заслуживает уважения. Объясню почему. Потому что все-таки все знают, что президенты и те, кто управляют страной, это не дозволено. И решиться на такое нужно было собраться с мыслями, надо было собраться с силами и объявить об этом. Поэтому я считаю, что наша страна, в нашей стране наконец-таки начинает все меняться, потому что исчезает фальшь, уходит обман, и можно говорить честно и признаваться перед всем народом, что мы решили, допустим, развестись. И я считаю, что решение любого другого человека, которое касается только его личной жизни, никто не имеет права осуждать. Это личная жизнь этих двух людей. И мы должны относиться к ним просто как к людям, которые жили вместе и теперь решили пожить отдельно. И каждый может быть там, я не знаю, в общем, будет искать свою любовь или будет счастлив поодиночке. Главное, чтобы люди были счастливы.